Классическая музыка всегда была и остается в моде. Образцовые музыкальные произведения сочетают в себе не только красивое созвучие инструментов, но и содержат глубокий смысл. Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» познакомит жителей Твери с композициями великих музыкантов. О предстоящем концерте рассказывает Елена Кандидатова. Всемирно известный оркестр «Виртуозы Москвы» в этом году отмечает 45-й концертный сезон. Артисты как никогда полны энергии и готовы радовать многочисленную армию слушателей высочайшим уровнем исполнительского мастерства. Владимир Спиваков с группой музыкантов-единомышленников создал этот коллектив в 1979 году, став его бессменным художественным руководителем, дирижером и солистом. Как вспоминает маэстро, аура этого созвездия ярких дарований была уникальной. Он призвал лучших из лучших, настоящих мастеров, и с тех пор подход художественного руководителя к подбору кадров не изменился. Ведь не только от сыгранности групп, но и от яркости солирующих голосов зависит успех оркестра. А что же представят музыканты жителям Твери? Жемчужины инструментальной музыки, плеяды выдающихся русских композиторов прозвучат в исполнении прославленного оркестра «Виртуозы Москвы». Артисты представят сочинения главных композиторов второй половины 19-го – начала 20 века. Их имена навсегда останутся в истории русской музыки. Чайковский, Танеев, Глазунов, Оренский. Также будут исполнены произведения музыкантов Мисковского и Вайнберга, чья творческая зрелость пришлась на советское время. В Твери Государственный камерный оркестр представит свою программу «Русская композиторская школа», дирижер Иван Никифорчин. Окунуться во всю красоту классической музыки в исполнении мастеров своего дела можно 6 апреля в 18:00 в киноконцертном зале «Панорама». Возрастное ограничение 6+. Билеты еще можно приобрести на сайте или в кассе. Поторопитесь и познакомьтесь с творчеством одного из лучших оркестров страны.